Итак, ладно, привет всем, кто тут подошел. Ну что ж, погнали дальше. Погнали дальше, продолжим Мэри. Итак, последнее событие у нас у Дюймовочки и ее сестров был спор. Они посрались, помирились. Дюймовочка стала более открытой немного, ну, как минимум, скажем так, начинает открываться и становиться ближе к нам. И доверяет нам. Нет, хорошо. А это значит, что у нас три новых персонажа. Да? Собственно, да. Давайте посмотрим дополнительные классы. Собственно, сначала купальники. Ну, Белоснежки, он просто прекрасен. Что я могу сказать? И кроссоверный костюм. Блин. А ничего так. Слушайте, давайте кроссоверные костюмы из Dead Request им и оставим на пока что. В бою их по-любому сейчас использовать не буду, потому что уже есть спать и нормальнее. Ч, это чё? Школьный? Нет, не, не школьный. Но похож. О. Костюм из Dead Request, просто топчик. И Дюймовочка давайте переоденем, она уже стала более нормальной. Кстати, вот эта штука, которая вот там с ушками, она еще двигается, анимирована. Блин. Вы посмотрите на Белоснежку, она просто... Ну вы поняли, куда я устремил свой взгляд. Так, может какие-нибудь ивенты есть? Не, нету. Размечтался. Так. Ну, что могу сказать, да? Они топчут. Ну что ж, погнали. Кстати, я посмотрю на официальном сайте. Какие-нибудь DLC-шные костюмы еще не завезут случаем? Ладно, посмотрю потом, после стрима. Не отвлекаться. Так, ну что ж, вперед изучать данж. Салар, попозже, попозже. Об этом беспокоиться не надо. Сороковой левел. А, кстати, хорошо, что вспомнил. Надо поставить их... саппорта. Так, что у нас тут за навык в саппорте? Ну, короче, может отравить при нападении. То есть добавляет дополнительный шанс отравления при обычных атаках. Но это полезная вещь. И есть возможность дать партнеру атаку, ну короче, есть шанс тиму, короче, на врага навесть. Ну, окей, тогда пусть тут будет. И... Белоснежки идут очки. Кстати, да. Я не особо люблю очечки, но... Да не, они мне не очень нравятся все равно. Ну, фума, тут точно такая же система сохранений. Вот. Она просто у Джека. И точка. Все точно так же. Просто этот навык теперь у Джека. На третий этаж нужно изучать там дальше. Мы теперь сможем пройти мимо тех растений. Так, нам нужна защита от Кагуя. Вот она. Погнали. Ярмаштаю.
Так, вот тут можно сохраниться на всякий случай. Ну и вперед, как бы все, более-менее у нас же уладились маленькие проблемы. Маленькие, ну для нас маленькие, для кого-то здоровые. Все-таки дюймовочка маленькая и проблемы для нее большие. И дальше, да, найти ядро, уничтожить ее, уничтожить кошмар. И пробраться в следующую локацию, которую должны... Которую мы, собственно, помогаем добраться вот этим сестрам из Ордена. Потому что, как сказала предсказание Митчеру, там находится безопасное место, где они смогут свою базу устроить. Так. И что, да, погнали. Вот как это работает. Так, ну и теперь можно возвращаться еще в старые данжи и открывать кучу путей там. Погнали. Ой, не тот навык. Ладно, мину. Так, ну все, тут ничего нету. А, там, блин... ничего нету. В смысле, там нету хрени для того, чтобы цветок убрать в ловушку. Кирев, я ее уже прошел на 100% полностью. И сейчас я буду второй раз на стриме для пацанов. Ну как на 100%? Ну как бы все DLC и все миссии прошел. Как бы платину не выбил. Я не люблю этим. Я не занимаюсь этим, скажем так. Но... Так что я знаю. Вот знаешь, что там не помешало бы? Нюкнем плюс, который бы убрал весь фарм. Но, увы. Но все равно спасибо. И, собственно, я так и планировал сделать, разбавлять. И плюс вне стрима просто я буду делать весь фарм, а на стриме его не буду просто. Потому что он скучный, унылый. Я уже распланировал, как это все сделаю. Ну, если, конечно, все хорошо пойдет. Хотя, чувствую, сегодня вечером на стриме будет много срача. Очень много срача. Прямо в большом количестве. Так. Нам нужен хлеб. Сраный кошмар тут тусит. Нянсу, зачем? Я сейчас не фармлю уже. Я когда фармлю, повышаю. А сейчас это для чего? Этот цветок отрубили.
Окей, лабани. Так, надо как бы лизнуть. Стрела подорожала на 2 СП. Ну, я не следил за тем, сколько она стоит в первой части, сколько тут, так что, КЗ. Доверюсь тебе, Сларкс. Отлизание! Так. Лизни! Ну, я, походу, все-таки немного перекачался, да. Зашел во вкус вчера вечером. Быстро лизнуть. Ай, блин, это ублюдка же огонь. Рванули. Снять. Пошло. Готов. Ну, знаете, возможно, до босса мы еще один уровень возьмем. Ну, не то, что я как бы против. Так, куда пойти? Пойдем сначала сюда, ладно. О, быстрый переход на следующий этаж. Открыли. Окей. Че, ребят, пройдем Мэри до сентября, как думаете? Ай, блин, тут же странная ловушка. Опа. Нянзо, уже нет. Я же начал, но потом забил. Это как-то не зашло. Жаль. Ну да, действительно жаль. Кстати, Кирев, ты Fatal Frame 5 проходил? Если да, то мне скажи следующее. Он сильно связан с другими частями или нет? Потому что если нет, вот насчет хоррора можно пятую часть пройти, которую я не прошел. И забить на все остальные. По-любому вторую и самую лучшую мы уже прошли. Ох, опасно! Опасно! Блин, все-таки пропустил. Нет, ничего я делал. Пошла. Так, все хорошо, все под контролем.
Давайте посадим тут пару. Точнее, один. Ты заметила, если сажать только один цветок, то шанс на редкость больше. Слэр, хорошая мысль. Если хочешь, если любишь играть и есть время на них. Так. Я открыл быстрый путь на это. Где у нас? Вот он. О! Здорово, Клара. Так, давайте посмотрим. Слушайте, мне ничего не надо. Я закупился, как вы видите, восстановление СП на максимум. Пока, Клара. Увидимся в следующем данже. В этом у тебя ничего интересного нет. Так, я тут отрубил. Окей. Блин. Почти на то. Джек, успокойся. Очисть кровь. Хорош. Все-таки, если в первой части Джека можно было использовать, ну, почти всегда, у него он только... Он худшее, что могло бы с ним случиться, он тупо отрубался и как-то насрать, то во второй части нужно следить за Джеком, потому что он может выйти с ума и вайпнуть всю пати. Хорошо это или плохо? Хз. В плане интересных ситуаций хорошо. Двойной крит. Красава. Ребят, 10 тысяч опыта, как вам такое? Из-за того, что ваш инвентарь полон, вы не можете получить других предметов? В смысле инвентарь полон? В смысле инвентарь полон? Какой полон? Чё, я там...
Нет, он не полон. Наверное, там предмет какой-нибудь, что я подобрал. У меня их в избытке 99. Привет, Боня, привет, Лайтинг. Ну да, скорее всего, это предмет. Итак, что-то мы... Как-то у нас тут что происходит вообще? Так. У нас есть вон там дверь непроверенная. Будет открыто. Айтем гетто десу. Так. Отстаньте вы уже от меня. これでどう?それ。これでどう?これでどう? Так, тут, как я понимаю, да, тут быстрый переход на следующий этаж. И тогда остался он только там сверху. Ай, блин, я опять забыл про эту хрень. К этим дверям с ловушками привыкнуть. Что у нас тут? Большая комната. Ярimashitaよ. Так. Немо, мне нужны твои... А, нет. Белоснежка, точнее. Мне нужны твои бомбы. Привет и пока. Блин, чё она так часто встречается? Вот когда фармил, она вообще... В какой-то момент, блин, прямо 4 раза подряд она появилась вместо рандомов, которых я искал. Так, а вот и переход на следующий этаж. Хорош. Привет, Нэп. Минус один этаж. Мы оставим на будущее, попробуем. Ярimashitaよ. Ватасино чикара, мисете агеру. Соре, соре. Блин, а вот и он. Привет, Диспрофт. これでどう?本当に行こうね。逃げ切りました。美味しいアイテムを。2人。頑張ります。ここは逃げましょう。美味しいアイテムを設定してください。 Это у нас от первого, от второго, ну, короче, да. Нужно найти ключ. Скорее всего, там и находится ядро. Что-то мне подсказывает. Так, враги пожестче, вижу, стали. У меня на свой цвет. Зато слабость не поменяли. Хорош. А
написала. Так, надо выслушать. Изи просто. Говно броня. Так, ну, короче, тут понятно. Больше никуда не пройдем. Так, ну я сомневаюсь, что это тут сработает, но кто знает. Нет, не сработает. Мог поставить вот эту хрень. Может, смогу перейти влево и вправо. Привет, Крис. Слушайте, давайте поднимем сложность, а то что-то ситуация интересная генерируется мало. Опа. На боссе снижаем на нормале и все. Но смысла нету особо. И, наверное, стоило бы сохранить. Клара, отвали от меня, хотя у меня что-то... Всё говно. Шмот продавать. Да мне нечего продавать, я уже все продал давно. Не нужно. Так, давайте мне стрелы. Вот они. Инука. Опа. А, у тебя силы нету? Бывает, бывает. Так, сейчас пополним. Благо у меня этих бутылок, вагон и тележка. Опа. Опа. Икимасу. Салар, хорошая идея. Обязательно отдам. Потом. Сейчас мне день. Давайте тут посадим что-нибудь. И все, тут больше ничего нету. Подозрительная стена, действительно. А, нет, стоп, тут волосы нужно. Волосы. Работает. О, ладно. Может взорвать. Хотя тут нету значка взрывания. Да блин, слишком быстро исчезает. Короче, нельзя его сдвинуть голыми руками, нужен какой-то инструмент. Какой-то инструмент. Какой инструмент? Ничего, походу, с другой стороны. Ну, скорее всего, да. Ну ладно, пойдем дальше. Thank you.
Или, возможно, вот это поможет. Привет, ребят. Траванули? Нет, не траванули. Красава. Красава. Нет, красная шапка разрезает сетки и так далее. Это не сетка. Это стена. Так что нет. Дохни, падла. Чё? Так мало экспы? Издевательство какое-то. Я ожидал сейчас 10 капут. Как минимум. Так, ну ладно, сюда мы не пройдем. Погнали, поищем обход. Скорее всего, с другой стороны. Или может реально нужно найти что-то в дороге. Чего бы эту хрень не взорвать, интересно? Ова! Хорош. И в результате мы нашли ничего. О, во, зато тут можно пройти. Не, ну реально, во второй части поактивнее используются все способности. То одно нужно, то другое. Ой. Тут опять эти комнаты. Даже способности дюймовочки. Ага. Блин, мне рапу нужно.
もう少し押す。来た？受けてみよう。フライ。来た。疲れてきた。この。出番だね。全力で行くよ。Короче, верну я обратно, потому что тратим больше времени, а толку от этого ноль. Экспы тоже не особо много получаем, хотя нам она не нужна. Так посидим тут на игре полгода. Ну, в жопу. Так, 50. Что хотеть? Еще восстановимся. Раз, два. Да, Слайд, ты один слышишь. У тебя проблемы. Айтем гетто десу. Хацдоу шимасу йо. Икимасу. Айтем гетто десу. О, я нашел ключ. Все, можно возвращаться к двери. Кстати, я только сейчас заметил, у меня вот уже касает ПП. Хорошо, идем. ПП, быстро. Эй, блин. Три косаря. Опыта. Кайцу десу. Икимасу. Икимасу. Я уже загляну и в этих комнатах. Раз я тут. Икимасу. Ватасеро. Икимасу. Зуйте на меня. И все-таки ладно. Жаль терять опыт. Посрать. По-любому, куда мы спешим? Верно, ребят? Не будем спешить ее проходить. А то потом пройдем и ничего, все. Ай! Так. Поежишь. Придется огромный круг сделать обратно. Плюс из многих боев я уже валю тупо. И, кстати, давайте засейвимся на всякий случай.
Сала, тебе по голове дать за такие слова.発動しますよ。敵ですよ。出番ですね。逃げるが勝ちです。よし。開通です。発動しますよ。 これでどう? やりましたよ! こっちだよーた! 頑張ります! 逃げるが勝ちです! 正しいアイテムを設定してください。 походу ключ слишком большой. Сейчас уменьшим его. Большой-кана? Так, кстати, у меня нужны способности дюймовочки. Так. アイテムを設定してください。気になりますね。嘘ではありません。где мое ядро? Ребят, нас обманули. Я думал, за этой дверью ядро будет. Икуё? А тут ничего нету. Огромная локация только. Икуё? Икуё? Ватасино чикара, мисете агеру. Икуё? Ватасино чикара, мисете агеру. Ну вот, собственно, да, с этой стороны их нужно было открывать волосами. Бира-биро! Бира-биро! Ватасино чикара, мисете агеру. Ой. Сорян, девочки. Бывает. О. Это вообще шанс поднять хороший опыт. Блин, надо задеть всех. Это ж ублюдок. Какие же это мерзкие твари. Главное, чтобы они не свалили. Есть, хорош. Есть. Обоих завалил. Хорош. Нам дадут куча опыта за это. Где моя куча опыта? Я думал, тут сейчас 15к будет. Где мои 15к, сволочи? Меня обманули. Ватасино чикара, мисете агеру.
где моя экспа? Нету ее. Нас обманули, все, ребят. Закругляемся. Так, тут быстрый переход на следующий этаж. Вот это очень хорошо. Ну и как я вижу, есть еще и пятый этаж тут. Так что не факт, что ядро сейчас находится на четвертом. Фу, хорошо, что тюрьма меня только что остановила. Я чуть не упал опять. Волосы, волосы. Что это за место? Какой-то мини-лабиринтик. Так, у вас что-то много, наверное. Пять штук, нормально. Жарит из соседей, чтобы запах в комнате чувствуется. Жарит мясо, что ли? А, вот и переход на следующий этаж.
Ну да, как бы. Значит, здесь у нас ядро, наверное, будет. Давайте засейвимся. Ну, я сомневаюсь, что они как бы упоролись, разрабы такие. А давайте посреди игры засунем данж там и на 20 этажей. Хотя это был бы... Не, ну тогда бы пукан мог бы взорваться немного. Опять нужен ключ этого этажа. Уже белая. Где же ты? Вот она. О, господи, это что за ЛГБТ петух? Вы сами все видите. Это не попугай, это утка. Вообще-то. Ну, по названию. Утка-кисть так называется. Окей, бейте этого пи... разноцветную утку. Все нормально. Блин, что-то... Что-то как-то набросились. Набросились по-жесткому на это, как я, русалку. Чё ж вы такие живучие? Хорош.
てあげる。ね、зацепило по-любому。見つけたわ。ну, воскрешалка. Ватаси но чикара, мисете агеру. Так что я вернулся обратно, что ли? Тамаши айтему во сеттей ште кудасай. То есть как бы я пошел, сделал круг. Дебан десу. Ватаси но чикара, мисете агеру. Сейчас, подождите. Надо восстановить СП. А, где же это? Они все свалили, что ли? Так, ребят, что у вас с чатом происходит? Он отвалился, что ли? И что там за срач происходит? Хорошее слово. Ну, бывает. Зачем из-за этого сраться? Так. Плеер на гудге хотя бы работает. Так. Не, сам сайт я вижу работает, да. О, чат тоже восстановился. Так, тут тоже нужна картина, чтобы пройти дальше. Ключ, короче. Хи-чё!
до сих пор нет. Не-не, чат жив. Технические работы. Уже надоели. Не плачь, не плачь. Сейчас мы тебя восстановим. Все, где? Вот. Коледо. Забыл. Я ж могу волосами. お疲れ様でした。レベルアップ。試
кому крови. Не надо крови, у нас ее и так много. И очень часто бывает. Если нужно, мы сами поделимся с тобой. Ну, как минимум, я. Вот тут у тебя как кровь сколько хочешь. Так, я могу пойти там дверь открыть, но я все-таки изучу уже до конца. Да, походу все-таки главу мы сегодня не закончили. Я, если честно, думал, что там недалеко. Ну, как всегда. Ну и с другой стороны, ну и ладно, хорошо. Куда спешить? Так. Ну и насчет твоего вопроса, Лайтинг, я видел, ты писал выше. Лично мне на эту игру стало... Она мне стала неинтересна. Сейчас. Вот полгода назад еще был какой-то хайп, но потом четко я потерял интерес. Сейчас есть более интересные вещи, которым я лучше посвящу свое время. А это когда-нибудь потом, когда будет время. И желание, если будет когда-нибудь. Так. Она тут была? Она слишком большая, не залезет. Дюймовочка, твои навыки опять нужны. Мы это сделали. Добрались. Это хорошо. Значит, тут можно засейвиться. И остановиться. И как минимум для тех, кто в записи смотрит, продолжение следует.